Школьники из Чувашии участвуют в финале Олимпиады кружкового движения национальной технологической инициативы. Участники соревнуются в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Ученики Чебоксарской школы номер 61 Никита Ермолаев и Кирилл Николаев – участники профиля «Информационная безопасность». По заданию финала им нужно было отразить хакерскую атаку на «Умный дом». Школьники должны были определить и устранить вирусное заражение сети умных устройств и защитить ее от подобных атак в будущем. Финальное задание разработали специалисты IT-компании и Национального исследовательского ядерного университета. Участники в командах шаг за шагом находили уязвимости в инфраструктуре и разрабатывали средства защиты. Более 80 тысяч школьников из 85 регионов России. Олимпиада кружкового движения НТИ поставила абсолютный рекорд по числу участников в 2019 году. Самая высокая конкуренция в профиле информационная безопасность. 76 человек на место. Всего подали почти 5,5 тысяч заявок. В финал вышли 72 участника. Итоговые испытания проходят в 13 городах России с 5 февраля по 18 апреля. После этого станут известны итоги.